Сейчас начнутся движения. На собственной кухне он разместил частичку островка в океане. Чтобы установить аквариум емкостью больше тонны литров, Андрею Власенко пришлось снести одну из стен в квартире. Подводное царство требует много внимания. Чистить воду и стенки аквариума приходится регулярно. Ну, просто уже, так сказать, руки чешутся, подходишь к нему и хочется что-то в нем сделать. Мимо пройти никак не получается. А так, в принципе, ну, одного-двух раз в неделю. По полчаса, по часу, если ему уделить, будет более чем достаточно для того, чтобы он был в нормальном состоянии. Подводным миром Андрей увлекся еще в детстве, а 12 лет назад начал разводить морских обитателей. Сейчас в его квартире мини-океанариум. Ничего подобного в Саратове нет. За каждым питомцем Андрею приходится ездить в Москву. Зебрасома, голубой хирург, клоун и таких рыб можно встретить лишь на дне океана. Но главная гордость хозяина – это настоящие рифы и кораллы. Вырастить кораллы в домашних условиях довольно сложно. Особый температурный режим и специальное освещение. Эта живность очень капризна. Идеальные параметры воды должны быть. То есть кальций содержание, магния, кислотность. Добавка микроэлементов, чтобы йод был всегда в воде. Очень мощное течение. Тут вот эти вот помпы стоят. Больше 20 тонн в час воды только течение в самом аквариуме. Хотя в его аквариуме есть уже практически все, что возможно, на достигнутом Андрей останавливаться не собирается. Теперь в планах разводить более сложные виды кораллов. Говорит, увеличить площадь, конечно, хотелось бы, но боится, что стены не выдержат. Ксения Перекосова, Валерий Богословский, новости, телеобъектив.